Всем привет! Всем привет! Кузя, ты со мной разговариваешь или нет? Или ты на меня обиделся? Нет, не обиделся? Нет? Ну и умничка, молодец, на свежем воздухе поспал. Да, мама сегодня стрелки перепутала, встала, кофеек сделала. Ага. А оказывается, время... Да. 35 минут седьмого. Вот и хожу. Уже не знаю, чего еще сделать. Да, Кусь? Кузька так хорошо храпел. А мама ему говорит, да и пойдем гулять, Кузенька. Погода хорошая. Ты мой, я сделала, я. Ты выспался? Да. Мы вчера клещей обработали. От Кузьки. Кузьку покапала. Да. Почему так поздно? Потому что мы весь участок брызгали от вредителей. Да, сынок? Да. Вот именно. Да. Ну что, ребята, у нас вчера было плюс 8. Да ты моя зая, никак не проснется. Зайчонок. Было плюс 18. Вы представляете? У нас травка, муравка. Смородина уже. Уже прям листочки. Представляете? Вот. А у меня что-то всего навалилось. Машина вредничает. Ой, это плитка. Машина вредничает. В декабре ее делала. Чек она, видишь, или мне решила показать. Все сделали. Вот. Ну чего, возила в сервис. Они ее там мучили, пытали. Денег с меня никаких не взяли. Вроде начала работать. Сказали, что... Ой, сбилось программное обеспечение или что-то такое. Ну, в общем, какую-то ерунду наговорили мне. Самое главное, помыли мне ее. Я говорю, ну, прям вообще замечательно. Помыться приехала к вам. Можно было бы и с первого раза все хорошо сделать. Ну, ладно. Это я уже ворчу. Не пойму, какие птички. Воробушки, наверное, воробушки, да? Так, застряла я. Кузя. Ну, Кузя, естественно, со мной теперь уже гулять не пойдет. Ой, вы представляете, у нас уже прям вот-вот-вот-вот черешня зацветет. Прям вообще, прям красота. Прям красота. Вот это да. И груши, похоже, тоже скоро зацветут. Вот это да. Ну, конечно, плюс 17. Вот я сейчас утром хожу, и тоже очень-очень тепло. Прям уже вот-вот. Прям не сегодня, завтра. Вот это да. Просто в это время, в том году, мы как раз, я посмотрела, 20 числа уехали. И мы, конечно, все цветение пропустили. Свое цветение. Мы в Европе-то, конечно, захватили. А мы уезжали. У нас еще тогда, по-моему, снег даже был. Была совсем другая погода. Вот. Ох, а в этом году никак не получается выбраться. Ну ничего, держимся. Хочется, перехочется. Да. Вот это порядок тут Джидин навел. Вот это молодец. Да. В доме жарко. И я вообще думаю, может, Кузьму Ириновича иногда днем здесь оставлять. Ну чего, свежий воздух. Почему бы и нет? Чего не лежит-то здесь? Чего дома-то мучиться? Ну, посмотрим.
Мне почему-то кажется, что он плакать будет. Ну ладно. Так. Ну, это мы все сожжем. Это ничего страшного. Да. У нас вон золы сколько теперь. Мы теперь еще, помимо того, что удобрили куриным навозом, который мы на снег кидали, теперь мы еще и золу и все просыпем. Ой, не знаю, урожай, наверное, в этом году будет. Куда девать будем, не знаю. Да. И сирень, и все прям уже. Уже вот. Мне кажется, прям на следующей неделе уже, наверное, цветочки будут. Вот. Ой, сейчас вам покажу еще, какую мы сделали культур-мультур. Да, красоту. Мы подстригли все туи. Вот это да. И прям у нас вообще теперь красота. Должны быть пушистенькие. Они, правда, у нас и так не очень хилые, но мне кажется, будут более пушистые. Да. Ну что у нас еще нового? Что вам еще рассказать? Да. Кузька спит, со мной не пошел. Вот один нарцисс вылез. Прям вообще одинокий. А вот эти я не знаю, как называются. Ну, вернее, знала, но уже забыла. Вот эти вот. Не помню, как называются. Мы их в горшочках покупали. А потом взяли и высадили в сад. И пионы уже пошли. Прям отлично. Все отлично. Да. Так что у нас уже весна полным ходом. Полным ходом. Так, еще что хотела показать. Может быть, кто-то из вас разбирается в винограде. Мы его подстригли, а он плачет. Что делать? Замазать надо? Мы его убили или как? Понимаете? А он плачет. Видите? И что теперь делать с этим? Я не понимаю. Он капает. Да вроде как не так уж мы его и поздно стригли. Но не знаю, что делать. Мы его убили или как? Видите, капельки? Плачет. А я хожу, пробую. Так. Ой, а еще мы какую работу большую проделали. Мы вот это вот все, забора, все сняли. Освободили. Здесь у нас хмель был. И мы теперь здесь оставили только виноград. Потому что он у нас уже здесь несколько лет. И он вкусненький. Поэтому... А так мы его вообще не видим. Ой, как же жарко. Время. 10 часов. Так, а куда у меня Кузьма-то делся? Только что был. Понятно, он, наверное, за мной ходит, а я за ним. Кузя потерялся. Потерялся. Вот он. А он, оказывается, со мной ходил. Где ты, моя зайчка? Сынок, может, домой пойдем? Пойдем? Пойдем, пойдем, конечно, домой. Конечно. Уже жарко везде. Надо дома. Сейчас покушаем, баюшечки будем. Да, Кузь? Ну вот, в общем, как-то так. Да. Так что не скучайте. Да, Кузь?
Не скучайте. Всем мира, добра и любви. Все. Пока-пока.